приехали на новый жилой комплекс снимать обзор. Чуть-чуть ветрено, прохладно. Думаю, долго здесь не будем, да? Посмотрим, но что это такое. Русик мне про него рассказывал, говорит, мне понравился этот дом, давай посмотрим двор. Давай прогуляемся. Да, давай. Жилой комплекс называется Авалон. Находится он напротив красных крыш, как сказал Рустам. Это наше название такое, карагандинское. Это улица Шахтеров. Улица Шахтеров, да. Район Красных Крыш на юго-востоке все знают. Вот туда, если ехать, в ту сторону, это улица Сатыбалдин. Если поехать туда, буквально метров 500, будет проспект Республики. Там старая корзина. Здесь два дома, да? Но мне кажется, это либо один застройщик, либо два разных. Надо будет посмотреть. А вот знаешь, стоял сейчас, да, и обратил внимание на вот этот дом, красные крыши, тоже такой большой, интересные балконы. Прям монолит такой, да? Интересная еще планировка, да, такой гармошечкой тоже. И балконы, смотри, как, да, этажей 5 одни, потом треугольником. Блин, да это вот так не замечали. Не рассматривали, да? Огромный же он, просто смотри. А, это уже прошлый век, это уже новый век. Новый век. Пойдемте сравним. Здесь нет закрытой территории. В принципе, доступ для всех есть, да. Что хорошо, первые этажи не все под коммерцию, знаешь, не так, что вот друг на друге. Тут есть Perfecto кофе, Wildberries, сладости различные, даже диагностический центр. Это Шахтеров 31/4? Да. Да. Вот мне интересно все-таки, это один застройщик или нет, потому что здесь разные балкончики видно. Парковка неплохая. Небольшая, да, неплохая. Заезд тоже для всех, в принципе. Но шлагбаум. Ну, он как будто, знаешь, больше для пешеходов. Не, вот этот вот. Ну, он открыт просто. А, все, понятно. Пойдем посмотрим. Есть еще крытая, да, парковочка с крышами. Да. Подъезды, насколько я понимаю, они со стороны парка, правильно? Да, да, да. И вот тут, смотри, да, выходишь в парк. И вот это вот здание двухэтажное, это детский садик. Тоже очень удобно ребенка отводить. Всего два подъезда. Интересно, сколько квартир? Давай посмотрим. В новом подъезде 36 квартир. По домофону сразу зайти нельзя. Как помните мы, где были? На Магнуме, да? Да. Все по домофону. В принципе, чистенько, да? Есть для колясок. Невысокий, да, подъезд. И вот это вообще-то круто, да? Крытая такая. Ну, платная, наверное, по-любому, да. Место, да, платное? А ступеньки хорошо, что не приходится тебе, знаешь, вот это маршировать там 10 вверх. Три ступенечки, и все. Скамейка сразу у подъезда, кстати, очень такая стильная. Да? Не холодная, знаешь? Это вот пластик какой-то, да. А нет. Нет, это дерево как будто чем-то покрыто. Непонятный материал, но не холодный. Интересно, елочка может скоро вырасти, цветочки. Слушай, ну очень красиво. Да, круто. И там вот тоже такой же получается. Двор. Дом напротив, да. Да. Я хотела сказать, что здесь камеры есть. Да. Сейчас в старых домах только устанавливают, а здесь уже все есть. Есть два гаража, вон, тоже, возможно, платные, да? Но. Смотри, как тихо, спокойно. И нету детской площадки, потому что сразу парк, вот он, да? Там есть, скорее всего, детская. Мы посмотрим, кстати, есть ли она, да? А здесь зачем, если там парк, в принципе, бегай, гуляй там?
Руську очень нравится этот дом и такое вообще такая планировка двора, а мне здесь нравятся балконы в пол. Сколькиэтажный дом? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 9 этажей и 10-й под коммерцию. А вот у этого подъезда вообще нет ступенек, Русик заметил. Есть доска объявлений. Но мне второй подъезд почему-то больше нравится. Да, поуютнее. Да. Давай прогуляемся все-таки в тот двор тоже. Пойдем. Интересно. Пошли ко второму дому здесь. Сколько этажей? Давай быстренько посчитаем. Раз, два, такой семь, же. Восемь, девять, десять. Да, 10 с коммерцией. Но он чуть-чуть этот, а, по-другому, да, сделан. У него есть выпуклые, получается, вот эти части, да? Да, есть вогнутые. И здесь сбоку есть балконы, а у этого дома да, нет. Да, да. Парковка больше как-то заставлена, чем... И размечена. Размечена, да? Здесь более длиннее дом, тут 3 подъезда. Еще угол. А, еще угол. Может быть, даже 4. Сейчас подойдем поближе, посмотрим. Нет, 3, да? Дверь другая. Тоже все по домофону. По 32 квартиры, насколько я понимаю. Да. Тут написано 32Б. Все очень чисто, аккуратненько. Балконы как будто больше. Вот мне кажется. У кого-то есть в пол, а у кого-то, ну, половинки, да. Также парковка крытая. По номерам все. У меня ощущение, как будто на одну квартиру 2 балкона. Вот тут, потому что стена разделена. Да. А это лестница, да? Светлая. Вот это. Да, лестница. Подъезды тоже побелены, там все видно, чистенько, камеры есть. Ой, слушай, а у них вот есть площадка какая. Красивая. Какая красивая, да. Уютная. С елочками, с цветочками. И детская площадка у них есть. Но видишь, немножко все-таки по-другому. Дом сделан. А здесь выхода в парк нету. Хотя, ну, как бы, ну, возможность-то есть обойти, не проблема. Да. Но просто территория у них немного другая. Была детская площадка, скамейки для бесед и так далее. Ой, я бы здесь, знаешь, бы что делал? Я бы здесь видео бы монтировал вот так. Сидел бы, термос бы взял с дома вот так, и все. Веруське бы помогал, все нормально, выходи. И монтировал. Тихо, вот спокойно. Приятно, как-то. Да? Приятно, да, зелено вокруг. Честно, ты сидишь как будто в санатории в каком-то. Да. Ёлки? Вот правда, вот правда. И дерево вот это. Да. Всё. Мне нравится. И а дом где, а где все люди? Холодно, может быть, то, что? Может, прохладно, может, все в парке гуляют, может, уехали отдыхать, ну, кто знает. Ну, слушай, мне нравится детская еще площадка. У них искусственный газон, качели, горки. В принципе, тоже очень круто. Ну, скорее всего, сейчас вот здесь построят дома, застроят. Вон там плиты уже лежат. Очень ухожен. Вот что мне нравится, конечно, это территория. Да, честно, вообще обалденно. Правда, цветы, елки, это круто. Детский сразу в центре открывается очень удобно. Ну здесь окна такие маленькие, да, вытянутые. Я вот, ну, видишь, не знаешь планировку. Может быть, где-нибудь в интернете поищем, посмотрим, как выглядит. Но это на одну комнату, потому что шторы одинаковые. Тюль, смотри, да? Да, 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 да. Хотим выйти, но мы не знаем, сможем ли. Навряд ли. Все закрыто. Все, вот вообще. Ну, слава богу, нам помогли. Да. Только закройте за собой. Закрыл? Тут, видишь, тут горит. Эфирная территория. Да. Кошмар. Ну. Кошмар. А вот детство не сможете? Уже нет. Это все достать трудно. От этой двери есть, и от той двери есть, подходит. В подъезд я не могу попасть, надо другой щит. Ага, разные все. На машине приехать не могу, потому что уже они перепрограммировали программу. Перешили да, все. Да, три шлагбаума. Ага. Скорая приехала, где стоит, кто-то будет тяжело, в 3 часа ночи, в 4. А, этим звонят, так вы зайдите.
ну, заходите. Он говорит, так шлагбаум надо открыть. Так мы не можем там туда-сюда. А вы через шлагбаум пройдите. Он говорит, вы что, может быть, еще в окопы будем? Ага. Они развернулись и уехали. И вот такая ерунда. Вот, кстати, со шлагбаумом. И теперь вот здесь, вот эта территория, это вообще города территория. Не дома. Конечно. Дома вот территория. Ага. Вот, теперь надо деньги собрать здесь закрыть. Закрыть, то есть сеткой там или, ага, сеткой, или забор очередной. Ага. А зачем? А потому что иные приходят, и вот, допустим, вот с этого детского сада, родители там или еще сюда приходят, посторонние люди играют или плюют там, цветочки. И строилось-то это нормально было. А вообще как сами квартиры? Ну, тепло зимой там, например, все нормально? Да, более-менее нормально. Стены там, я имею в виду, без трещин, многие же говорят. Такого. Бассейн тут начали строить, там опять начали возмущаться туда-сюда, но прекратили. А где, на первом этаже? А вот здесь. А что? Бассейн же удобно, наверное. Бассейн? Нет? Не знаю. Но это надо хорошо строить, потому что вода... Важность. Совершенно верно. А вот здесь вообще это по большому счету захват городской земли, потеря коммерческой выгоды у этих предпринимателей. Потому что люди едут, хотят что-то купить, заехать не могут, махают рукой. А это кто, жильцы установили? Да, это дополнительные. Это из каждой квартиры собрали по 30 тысяч. Из-за того, что вот это, забор вот это. Сейчас соседи появятся, наверное, да? Вот эти дома вот тут. Здесь хлебное место. Не просто так. Нет, 12 месяцев. Вот они строятся. Ага. Они заняли площадку, потому что некуда им ставить. Плиты. И они поставили здесь, ну, договоренность, что такое. Но это здесь 100% еще дом будет. Обязательно. Да. Коммуникации все здесь, все здесь. Тепло здесь. Это дело времени. Это все понимаю. Красота спасет мир, туда-сюда. Вот вам груши растут. Вот. Но нельзя все доводить до абсолюта, понимаете? Мы не режимная территория. Мы должны доступ быть нормальным. Это не должно быть такое. Это сейчас лето. Лето, потому что... А будет зима. Надо вывозить мусор. Надо будет снег. Надо чистить. Надо все. А вот эти места, которые под машину парковка, платные, их распродали и все? Распродали. Вот я вчера с женщиной разговаривал. Я купила, говорит, за 2 миллиона 600 или 700. А они в свое время продавались. Ну, когда? Говорит, вы желаете? Я говорю, нет, я не желаю. 1 700 000 Ну, на миллион считай. Ну, да. Накрути. Да. Вот так. А вот это что, здесь охрана должна быть в кабинке, да? Она была, ее сняли. Ага. Ее сняли, потому что за охрану надо оплатить. Туда-сюда, давайте охрану уберем, а забор вот этот поставим, все такое. И вот камеры хотели, ага, что-то опять, ну, вот эти, они были. Теперь коммерсанты говорят, а нам, говорит, это мы в суд, они вот уведомление выслали, в WhatsApp уведомление, в течение 5 дней дать ответ насчет вот этого. Насчет вот этого и вот этого. Доступ. Да. И если что, мы, говорит, суд подаем, да, потому что там коммерческая выгода потеряна, захват городского с акиматом там туда-сюда, все такое. И демонтаж, мол, если суд решит, демонтаж опять деньги собирать надо. Чтобы убрать. Да, убрать, демонтировать это все дело. В общем, сборы. А сейчас другая ерунда получается. Сейчас вот это же не платное. Это я могу вот взять и поставить. Начинается лбами людей сбивают. Говорит, а это мое место. А я говорю, а где это твое место? На бумаге, да. Да, а где на твое место? Ты же не уплачешь. Я здесь давно уже машину ставлю. Mm-hmm. Как это так? Те заплатили и ставят все ясно. Вы не заплатили. Mm-hmm. И вообще это непонятно. Непонятки. А вы с пятого канала? Нет. Да, а просто так, да, вот. Мы вы ищете квартиру. Новостройку. Снимаем, да, сейчас много строится. А, вам надо новостройку купить. Вот у них начальная цена была, когда вот начали строить. Ну, как раз первый день, ну, наверное, вот, нулевой этаж уже дошел. И вот тогда цена была 200
235 тысяч. За квадрат? Да, за квадрат. А когда уже построили, последнюю квартиру продали, уже 345. А кухни тут нормальные, большие? Ну да, кухни нормальные. Не как вот в этих там хрущевках? Не-не-не-не-не. Нормально, да? Нет, кухню вы можете вообще сделать, какую вы хотите. А, свободная планировка. Совершенно верно. То есть вот однокомнатная квартира 54 квадрата. Ну, это нормально, да. Вот у меня 54. Однокомнатная? Нам все рассказать. Ну, это, знаешь, не всегда так фартит пообщаться с человеком, который здесь живет, много что знает и делится этим. Так что очень круто. Но я впервые вообще слышу, что не жалуется по строению новостройки. Да. Имеется в виду, что стены не ломаются, ничего там трещин нет. Все отлично, просто проблемы с парковкой. Но это ничего страшного, мне кажется. Ну вот смотри, здесь получается барбершоп, а клиенты не могут заехать, потому что стоит шлагбаум. Или вот образовательный центр детский. Не могут люди сюда детей привезти. А другой парковки тоже нет. Да. Тут все закрыто, все с ключом. Ну да, они право имеют жаловаться. Но они в суд подали. Ну что, пойдем посмотрим, что в парке? Пойдем в парк, да, зайдем. Мне нравится вот такой двор. Конечно, эти моменты все надо учитывать, они решаемы. Да, когда они хороший всегда дом. Есть. Да. Они и в плохом доме есть, и в хорошем доме есть. Снова вернулись между домами. Хотим пойти в парк, посмотреть, есть ли там детская площадка и вообще территорию. Давно не гуляли. Были только на 9 мая, по-моему, да? Да. И то было очень жарко, мы так не прогуливались. Посмотрим. Ты не замерзла? Нет, а ты? Не, нормально. Мы просто стояли, то, что немножко ветерок был, а так нормально.